Но днем за чаем, как только процедуры пройдем, есть время, обязательно посмотрим. Пациенты 9-й городской больницы теперь не расстраиваются, что пропустят сериал, когда идут на процедуры. Компания «Севстар» подключила главное медицинское учреждение Балаклавы к интерактивному телевидению. IPTV – это последнее слово в телекоммуникациях. Сервис сочетает в себе два в одном – доступ в интернет и цифровое ТВ. По сравнению с другими видами телевидения, такая услуга дает максимальный контроль над ситуацией. Можно выбирать не только что смотреть, но и когда. Посидеть за чашечкой чая в в буфете под любимый сериал. Местный кинозал становится популярным, как правило, после обеда. Пациенты смотрят фильмы и узнают городские новости. Говорят, помогает выздоравливать. Данное мероприятие очень поможет нашим пациентам при выздоровлении. Потому что, конечно, книги замечательные, интернет замечательный, которым они пользуются в палате, свое. Но не весь наш контингент больных может себе позволить такое, как ноутбук, отдельно в палате. А телевизоры, которые установлены в буфетных комнатах, очень улучшат их досуг. Такие телевизоры установили неделю назад в буфетах 5 отделений 9-й горбольницы. Урологии, терапии, хирургии, гинекологии, травматологии и ортопедии. Очень приятно, особенно когда плохое состояние, выйти, выпить чашечку чая, покушать, посмотреть какой-то любимый сериал, новости, что угодно. Спасибо вам большое за то, что нам такая возможность предоставилась. Я лично люблю домашний канал смотреть. Эти страсти-мордасти мне не нравятся, где убийства, драки, а это так приятно. Посмотрим, отдохнем. Это в отделении нужные вещи. Потому что без новостей, это жизнь наша, наш город, как без него? Мы его любим. В приятной компании можно отвлечься от лечебных процедур и провести свободное время с удовольствием за просмотром любимых передач. Тех, к которым привык дома. Положительные эмоции способствуют скорейшему выздоровлению. Утром, конечно, все пациенты заняты, они занимаются лечебным процессом своим. Вот. А вечером это замечательный досуг, замечательное времяпровождение. Это способствует и их общению между собой, так как они лежат в палатах и ни на кого не обращают внимания, а так они общаются за чашкой чая. Этот проект социальный. Идею подключить к цифровому телевидению медучреждения города специалисты «Севстар» подсмотрели у коллег с Урала. Там одна из местных телекоммуникационных компаний установила такие телевизоры в стационарах больниц. У них в одной из городских больниц установили телевизоры, и, соответственно, люди подходили к этим телевизорам, смотрели, как хорошо работает цифровое телевидение, как хорошо работают дополнительные возможности. Это пауза, перемотка, ТВ-архив. И, соответственно, когда уже выздоравливали, приходили домой, становились абонентами того оператора, который вот такую благотворительную помощь оказал учреждению здравоохранения своего города. 9-я горбольница в Балаклаве – первое медучреждение Севастополя, которое подключили к цифровому интерактивному телевидению от «Севстар». В перспективе другие больницы, где пациенты смогут смотреть любимые передачи в любое время. Установили сейчас 6 телевизоров в 9-ю горбольницу и надеемся, что и другие учреждения здравоохранения города Севастополя последуют примеру 9-й горбольницы и тоже нас к себе пригласят, дадут установить у себя современные ультра-HD-телевизоры с ультра-HD-телевидением от Севстар. Отметим, ранее Севстар обеспечил отделение городской больницы номер 9 бесплатной услугой Wi-Fi. Пациенты говорят, интернет без пароля в палатах помогает быть постоянно на связи, разнообразить досуг и улучшить настроение. Екатерина Коломеец, Денис Александрович, Севинформбюро.